назад. Плюс конкурс на 10 об в группе ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Итак, всем привет! Сегодня у нас снова cheatcombo.exe, ссылка в описании. Также именно как скачать чит вы найдете тоже в чите самом. Ну, там заходите ссылку, там будет внизу как установить чит. Также ссылка на новые читы, ну, там будет выходить на нашем сайте. Заходите читы на майн, потом заходите лучшие читы. И там, в принципе, все приватные читы сниты, кроме хейв, нова 2.0. И также чит еще Альфа Центаури, новой версии. Так. Ну, давайте, главное, сейчас надо блоков, хотя можно тут и без блоков допехнуться. Да, телепост сработал. Но в чем проблема, то что я не смогу допехнуться вперед, потому что, ну, по соотношению телепорта нельзя допехнуться вверх, то есть только вниз или же напрямую. И тут, кстати, команда синяя. Да, синяя, то есть можно сейчас постараться допехнуться вот сюда. Да, мы сможем допехнуться, да, мы смогли. Но попасть именно туда мы сможем. То есть, только как? Окей. Также, именно если хотите новые читы на сайте, то набираем 1000 лайков, сливаю чит нового. Ну и другие потом читы солью еще. И также новый обход на вайм. Если пофиксить чит, то мы заходим на... То набираем 800 лайков. И также новый чит вышел уже на Biohack Stream. Ссылка в описании на канал. Еще раз повторяюсь. Так. 900. У меня уже 900, но я могу слиться, и у меня проценты останутся, да? Братан, у тебя есть блоки? Ты бы лучше бы блоки дал бы, и мы бы смогли бы выжить. А, нет, хотя ты умно сделал. Сейчас мы этого пацана убьем по-быстрому. Так, блоки. Надо купить меч. Сейчас надо купить меч. Что? Мы их тупо обхитрили, грубо говоря. Так. Оп. Все. Красный. А, это не наш, это чужой. Ну, у нас как бы блоки остались, точнее не блоки, а ресурсы. Так, покупаем за 150, броню покупаем за 150. Блин, не надо мне это. Так, еда и блоки. Стак возьмем, и как бы нам нужна кирка. То есть кирка, она стоит 50 ресурсов. Ну, сейчас подождем. И кирку берем за 50, все. Ух, братан, с кивалды бегает. На, тебя убил, тебя без кивалды. А нет, с кивалды убил. Ошибся. Так, пацана этого слили. У меня уже 290 ресурсов. И пойдем уже на какую команду. Давайте на красную атаку пойдем. А, потому что они вообще какие-то обозевшие все. И в атаку на нас идут. Нашу кроватку слили или нет? Синюю нет, не слили. Так, ну и пойдем в атаку, то есть, они какие-то туповатые-то, а? Так, бай-бай, а ты тоже бай-бай пойдешь сейчас. Блин, киллазом тут вообще какая-то ничемная, ну потому что, знаете, почему ничемная? Потому что подспартан сделала. Подспартан сделана кил-аура. Если я поставлю НСП, то там она будет на полную катушку бить. Ну не знаю, давайте 94 поставим. Все. Ну, мы кроватку-то сломали, главное. Так, возьмем за 150 и покупаем всю броню, потом блоков. Блоки возьмем, кирка обычная и еда. Еду возьмем именно стейки. Все, у меня 9 стейков и пошли в атаку. Красный-красный пацан. Ха, упал. Не, он без щитов. Это хорошо. Опять же, многие будут люди писать то, что все читаки лохи. Нет, мы взламываем серваки или же игру, а вы этого не делаете. Так что смотрите сами, лохи мы или нет. Так. Ну, хотя да, я понимаю то, что лучше читать честно, как бы, но где-то надо подчтелить. Потому что это легче читать намного, чем просто без читов. Блин. What the fuck? Это у нас что такое-то? Почему у нас замедляется кивалда?
когда мы включаем кивалду, мы тупо замедляемся так жестко именно. Надо бы спидхак учить, если бы спидхак работал бы, именно бы не хоп. Сейчас потещу. Спидхак, так, спидхак. Хоп, не обходит. Гомы. Спартан тут не обходит, я уже тестил, я не знаю почему. Спартан здесь плохо настроен, как бы. Вот, НЦП обходит, видите? То есть спидхак обходит НЦП. Это на заметку. Так. Ой, я не ту купил. Не тот меч, точнее, купил. Так, броню себе возьмем за 150. Так, это мы тоже берем. И еда. Все, еда у нас есть. И мы как-то плохо бегаем. Чё? Так, синий. А, это синий, это мы. Желтый, да? А, можно, знаете, что сейчас сделать? Тупо сейчас тпхнуться до их базы. И сломать. Что? Найс. Это ФКш, это ФКш, это ФКш. Бай-бай. Все, слили их, да? Так, желтый почти все слиты, но у нас там еще один желтый есть. Ну, мы можем к нему тпхнуться быстренько и убить его, да? Да, он меня... А, нет, он меня увидел. Давайте еще руками попробуем, то есть, потому что кивалда здесь ни о чем на... Блин, у него 2 хп было, что? Кивалда здесь ни о чем на постпартан сделан. Именно как улучшить ее, я не знаю, я боюсь что-то включать. Телепорт 100% не надо включать. Армор, чек, кепсприн. Ну-ка, кепсприн, это что? А, то есть, мы как бы почти не замедляемся, что? Так, вот давайте возьмем меч за 150 блоков. Броня обычная. И еды. Кроватку мы полностью сломали, так что нам кирка не нужна, да, я так понял. Ну, у нас есть еще один пацан там. Оп. Блин, он такой офигевает. Как? What the fuck? Что? Да, мы его убили. Есть. Все, мы слили их всех. Да, мы выиграли. Я так понял. Ну вот и все. Не забываем подписываться на все каналы.